Саламатсыздар. Саламатсыз. Аспаз слышал, ахна сиди. Дагым бир жерде жатсы. Резко токтосо үргөн. Жаным ал мен асыктырып отурмун он. Ата, ну. Балам мен асыктырып отурмун. А на какой сигнал ты поехал? Кто вы? Ну я проехал. Вы на моргающий. Ну, а какой запрещающий? У нас желтый. Ну, а в чем дело-то? Не, ну я же на разрешающий. Ну, я зеленый. Вот для водителя как. Ну, он я, если я заехал, правильно? Он начал моргать. Ну, зелеными, зелеными мигающий. Какой? Мне ничего не говорит. Моргающий сигнал светофора. Ну, то, что загорит желтый. А желтый. Нужно останавливаться, вам говорит. На желтый товарищ, уже господин инспектор, стоять. Господин инспектор. Тем более, видите, в глаза бьет солнце. Не, ну при чем солнце, ёлки? Я еду нормально. Давайте смотреть тогда светофоры. Что вы мне хотите открыть? Ну я буду смотреть. 2.1.5? Нет, при чем ты? Какой? Пункт правил 2.1.5, я вам скажу. Ну дайте я найду. 699. Давай найду. 6.1. Давайте найдем. 2.1.5. Как вас зовут? Меня жена зовут. Жанат? Жанат, мне не надо, пожалуйста, показывать. Не, я ну, знаю. Я вам. Не, ну я же е. От меня вы что хотите? Я от вас ничего не хочу. Ну а зачем тогда останавливаете меня? Я вам, знаете, что хочу сказать? Я вас остановил, что хочу сказать? Да, говорите. Чтобы вы ехали помедленнее. А я и так еду медленно. Солнце светит прямо. Ну при чем тут солнце? Прямо. Не, господин инспектор, вы не отвлекаете. Ну и что? Я дистанцию соблюдаю. И в чем проблема? Не, ну вы меня просто задерживаете, понимаете? Вот человек торопится, а вы мне начинаете. Если я бы на желтый проехал, если бы я на желтый проехал, господин инспектор. Это будет уже штраф. Не, ну вы меня, понимаете? Потом вы будете говорить, я больше не буду просить. Я не. Это, нет. Господин. Да столько профилактика. Нет, господин инспектор, вообще есть 8 причин остановки. Если я нарушил, разговора нет, тогда составляйте протокол. Если я нарушил. А так меня, знаете. Остановка идет 5. Ну, да. А вот мне. Я вам не буду сейчас стоять и говорить там причину. Не, ну, не, я вас конкретно за что остановил, я вам сказал. Да, что вы мне сказали, что вы мне сказали? Что вы ехали аккуратно, не торопились. Господин инспектор, за то, что аккуратно, это не причина остановки. А причина остановки, это если я нарушил правила дорожного движения. Если я нарушил, пожалуйста, я вам документы дам и оформляйте меня как положено. А вы мне. Просто задерживайте, человек торопится, а вы начинаете мне про человечку говорить. Все, не, ну, я мое дело предупредить вас. Я вас предупредил. Вы не предупреждаете. Вы будете, давайте там на красный, можно? На желтый проедете. Это уже будет ваши. Жанат, я тороплюсь, пожалуйста. Ладно, это просто так, так нельзя, нельзя. Надо просто за нарушение останавливать, а так просто. Профилактика, у вас нет профилактики. Вот если бы нарушил, дорогое дело. А так начинаете. Все, ладно, можно? Я поеду, да? Конечно. Все, давайте.